собрали все 1214 тонн и привезли сюда. Значит, выстроили полностью моста, мы даже водолазной резкой резали внизу, чтобы быстрее его разобрать. Новые вот эти промокные строения. Это у нас правая часть, да? Это правая часть. Левая, я так понимаю, она в рабочем состоянии, но тем не менее. 4 баржи и порядка 21 единицы техники. Шторма не мешает? Сильно мешает, мы все равно работали с земли. Пришлось подключить водолазов.